Тарам. Вот дополнительный комплекс упражнений на расслабление челюсти. Мы их делали. И я их еще раз сейчас тебе покажу. Смотри, вот здесь у нас височная кость, скула, да? Вот у нас нижняя челюсть. И здесь у нас находятся мышцы челюстные. Вот этими местами мы сейчас будем их прижимать туда, прямо вжимая как бы внутрь черепа. Не обязательно это делать очень сильно, они не обязательно должны болеть, но они могут начать неметь. При этом рот мы стараемся держать открытым, чтобы он под действием силы тяжести как бы сам собой открывался. Посмотри, что это за упражнение. За счет того, что я пережимаю эти мышцы, я ввожу их в состояние расслабления. За счет того, что они расслабляются, у меня челюсть уходит ниже, 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 как бы сама. И чем больше я дышу животом, чем глубже я дышу, тем быстрее челюсть у меня расслабится. Второй вариант. Мы ставим основание ладоней вот на эту косточку, да, вот на край челюсти, как на полочку. Соединяем локти. Как будто бы вешаем наши достаточно массивные руки на нашу челюсть и позволяем ей под действием этого груза отвисать вниз. Дыхание такое же, расслабляющее, глубокое животом. Делай порядка 8-10 циклов дыхания. Третий вариант. Кулаком мы уперлись в челюсть, давим кулаком на нее и, преодолевая силу руки, открываем рот до предела с приятным хрустом в височном нижнечелюстном суставе. Вот сделали так несколько раз и убрали руку, и просто до предела открыли рот. Как будто мы пытаемся проглотить огромное яблоко. И просто побудем в этом положении, чтобы оно становилось нам привычным. После того, как мы в нем побыли, мы немного покачаем челюстью из стороны в сторону. Вот. И, наконец, мы возьмем одной рукой челюсть, другой рукой лоб и будем открывать себе нашу черепушечку, как будто это шкатулка, как будто голова с волосами, с прической, с глазами, с мозгом – это ее крышка, а челюсть – это, собственно, шкатулка. Вот так это будет. Вот такой комплекс.